Здравствуйте, меня зовут Судила Анастасия, мне 10 лет. Я живу в селе Октябрьское Липецкой области Усунского района. Я участвую в конкурсе «Я пишу стихи». И сейчас прочитаю стихотворение, которое написала сама Россия. Горжусь, что родилась в России, живу свободно и дышу. И нет страны просторней и красивей, я всем об этом расскажу. Я расскажу о людях наших, что боль тяжелую примут, как свою, и что для всех беду попасы, готовы руку протянуть свою. О нашей армии могучей, на страже наших рубежей, она нависнет грозной тучей в защиту Родины своей. О дружбе нашей самой крепкой, лишь мы умеем так дружить. И о любви той, самой верной, что так умеем дружить. О Пушкине, Толстом и Евтушенко, Цветаевой, Есенине и Фете, Высоцком, Маяковском, Короленко, великих русских почитают все на свете. Сломать Россию невозможно. Крепка, величие, тем горжусь. И с гордостью сказать не можно, что я живу в стране с великим словом Русь.